28 ноября в нашей области стартовал 5-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia», который проводится по 22 компетенциям. Центральной площадкой, где прошла торжественная церемония открытия, стал Ульяновский профессионально-педагогический колледж. С этого года изменяется порядок отборочных соревнований, и могу сказать, что уже весной в нашей регионе, в Ульяновской области, на базе МЦК, пройдут отборочные соревнования на национальный чемпионат по 6 компетенциям. Это те компетенции, которые входят в перечень реализуемых в Межрегиональном центре компетенций в области обслуживания транспорта и логистики. К нам приедут представители всех регионов России и будут проходить отбор, победители которого поедут уже в Краснодарский край на национальный чемпионат в мае месяце. «Мы проводим региональный чемпионат осенью», отметил Алексей Шкляр, «чтобы в течение зимнего периода подготовить к весенним отборочным соревнованиям наших чемпионов. Всего участниками нынешних конкурсных испытаний станут более 160 студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования области. Кроме того, ожидаются представители из Владимира и Ярославля». Весь чемпионат построен, и задание взято с мирового чемпионата Сан-Паулу 2015 года. Соответственно, критерии взяты тоже с мирового чемпионата. Поэтому на сегодняшний момент ваш региональный чемпионат Ульяновской области работает по мировым стандартам. Алексей Матюнин, Александр Кудряшов, репортер 73.